nur seinen Fettkörper mühsam quetschen kann. Das ist wie eine körpereigene Elektrizität. Unvergleichlich. Als ob man an einem Abgrund steht und springen möchte. Und am folgenden Morgen wird Ihnen dann die Tapferkeitsmedaille der Kriegsmarine verliehen. В главной роли Терри Халк Хоган. Гром в раю. В фильме снимались Крис Лемон, Кэрол Альт, Эшли Горл, и Патрик Макни. По произведению Майкла Берка и Дугласа Шварца. Спенсер, выходи, померимся силой. Может, ты еще саму королеву пригласишь? И чего этому парню не имеется, Спенсер? Джесс, оставайся с Брю. Спенсер, только ты и я. Давай, выходи. Не бойся. Не трусь, Спенсер. Выясним еще раз и навсегда. Эй, покажи ему, Спенс. Пусть не задирается. Проучи его. Спенс, мы же хотели пойти погулять. И поудить рыбу. Мы привлекли много публики. Больше, чем в прошлый раз. Я готов.
Леди и джентльмены, позвольте мне представить вам Амарилу Докса, владельца клуба автомобильных монстров. Это величайшая битва. Сегодня вечером на стадионе Блоссома я собираюсь взять этого так называемого урагана и утопить его, как в подводную лодку. Джесс, дорогая, не могла бы ты постоять одна? Дяде Брю надо отойти. И когда я выиграю, я обяжу Амарилла выплатить 5000 в детский фонд «Загадай желание». Так что давайте приходите, если хотите увидеть, как я обставлю в два счета этого толстяка. Толстяка, толстяка. Ты назвал меня толстяком? Жирдяем. Жирдяем? Жирным, жутко жирным. Жирным, жирным. Ты хочешь сначала в больницу или сразу на кладбище? Привет. Привет. Твое лицо мне знакомо. Мы не были женаты? Не могу вспомнить. У тебя такой обыденный вид. Обыденный вид? Дорогая, меня невозможно забыть. Папа мне много о тебе рассказывал. Спасибо за куклу. Ты не мог бы оставить автограф? Конечно, малышка. Подойди сюда. В жизни ты еще красивее, чем на фотографиях, которые твой папа показывал мне. Все еще пытаешься очаровывать женщин? Женщины и автомобили. Две вещи, которые я люблю. А мне понравилось. Ты как с цепи сорвалась. Либо ты лишилась рассудка, либо у тебя возникло желание. Ты чувствуешь? Чувствую что? Чувствуешь, как пульсируют мои вены? Мне знакомо подобные чувства. Обожаю адреналин в крови. Это как электрический ток. Это как стоять на краю пропасти перед прыжком. Это вызов судьбе. Это мой второй подарок тебе. А какой был первый? Гонки по воде? Адреналин, который проник в твою кровь. Тебе разве не нравится? Это прекрасно. Да. Я слышала, что у тебя уникальный катер. Поэтому я знала, что ты именно тот человек, который любит скорость. Я выбрала момент и...
Я Шеннон Деринг. Мартин Брюбекер. Друзья зовут меня Брю. Мне больше не нужно от тебя подарков. Не беспокойся, я никогда не отдаю все сразу. Шеннон Деринг. Ты упустила момент. О каком моменте ты говоришь? О твоих планах на сегодняшний вечер. И что у тебя на уме? Я зайду за тобой в 6. Только ради того, чтобы подзарядиться электричеством. Комета. Настоящая комета. Мистер Витакер, вы будете стоять здесь напротив Ее Величества Королевы, которая будет сидеть здесь. Я буду стоять рядом с королевой и держать скипетр. Она встанет, возьмет свой скипетр. И я, как секретарь Ее Величества, назову ваше имя. Королевский скипетр. Не могла бы я его подержать хотя бы минутку? Конечно же, нет. Королевский скипетр — это тебе не палка с сахарной ватой. Согласна, это скипетр всего лишь муляж. И я не думаю, чтобы что-нибудь произошло, если я его подержу. Я не могу этого позволить. Даже несмотря на то, что это всего лишь муляж, мы относимся к нему с таким же уважением, как и к настоящему скипетру Ее Величества Королевы Англии. Вызов судьбе. Нет ничего более захватывающего. Ты выглядишь как настоящий и сойдешь для того, чтобы выиграть время. Когда подъедет лимузин, лакей откроет дверь, вы будете приветствовать Ее Величество здесь. Леди Эшфорд, неужели это все так необходимо? За все годы моего служения Ее Величеству я еще ни разу не встречала человека, который бы так пренебрежительно относился к возложенной на него высокой награде. Я очень признателен, поверьте мне. Просто это не самое удачное время. Ее Величество прибудет точно по расписанию. Затем будет дан завтрак в ее честь, а на следующий день вам будет вручена медаль за отвагу. Все расписано. Эй, Эдди, что новенького? Что это с ним? Кажется, Эдварду не очень хочется, чтобы королева приехала сюда и вручила ему медаль. Это же мечта его жизни. Ты так думаешь? Да. По его глазам видно, что Эдвард определенно попал в переплет. Попал в переплет? Попал в переплет. А что видно в моих глазах? Ты хочешь, чтобы я раскрыла твой секрет? Да брось ты, ну давай, что видно? Правда? Не бойся. Что? О, Господи. Что? У тебя влажные глаза. Что значит влажные глаза? Глаза влюбленного человека. Точно. А девушка знает? Практически, да. Мы оделись слишком шикарно.
По-моему, мы немного перепутали. Я должен был позвонить тебе. У меня есть приятель, его зовут Спенс. Он собирается принять участие в гонках автомобильных монстров. И вместо того, чтобы пойти в ресторан, мы могли бы... На гонки монстров? Да. Я люблю гонки монстров. Отлично. Мой отец был автомехаником. Неужели? Подожди здесь, я пойду переоденусь. Нет, нет, не надо. Ты выглядишь просто... просто потрясающе. Хотя, если тебя беспокоят взгляды посторонних, мы можем не обращать на них внимания. Мне неинтересно, что думают другие. Леди и джентльмены, вы все этого ждали. Гонки автомобильных монстров Амарилло. Сейчас, уважаемые зрители, герой нашего шоу Спенсер по прозвищу Ураган. Ураган выиграл! А сейчас огнедышащий, всепожирающий механический монстр Мегазаврус! Спасибо, Ураган. Великолепное шоу. Большое спасибо, Амарилло. Отличная работа, Спенс. Где та красотка, о которой ты мне рассказывал? А вон, видишь, там рядом с машинами. Я никогда раньше не встречал кого-либо подобного. В ее глазах загадка. Это похоже... Господи, я не знаю, как это описать. Твой тип, да? Комета. Настоящая комета. Она любит все быстрое и красивое. Что она с тобой сделала? Ты был великолепен. Мне понравилось, как ты водишь машину. Какое ужасное признание от такой прекрасной леди. Ты чувствуешь, как пульсируют мои вены? Это из-за тебя. Из-за меня? Адреналин. Это электрический ток. Амарилло, у меня к тебе небольшая просьба. Ради тебя все, что хочешь. Ее Величество настояло на том, чтобы на чаепитии присутствовала вся семья, включая Спенса. Я так и знал, что он опоздает, от него одни неприятности. Папа, ты выглядишь потрясающе. Спасибо, Джессика. Вид у тебя и правда опрятный. Королева пригласила нас на чай. Постарайся не перепутать чашку с соусницей. И смотри, ничего не пролей. Королевские скатерти бесценны. Понятно. Если тебе предложат печенье, лучше вежливо откажись. Королевское печенье очень сухое. Крошки могут застрять в горле, и тебе будет трудно говорить. Никакого печенья. Если она задаст тебе вопрос, постарайся отвечать либо да, либо нет. Не разливать чай, не брать печенье, не говорить «Да, сэр». Что? Да, я возьму еще печенье. Спасибо, Ваше Величество. Не могу с вами не согласиться. Пожар в Виндзорском дворце нанес большой ущерб коллекции картин, Ваше Величество. Это трагедия для всей страны. Но для состояния нравов наоборот. Пожар поднял волну патриотизма. Вам так не кажется? Боюсь, что нет. Я бы сказал больше. Я бы сказал, что...
что это породило... Эдвард, может, еще чаю? Дюнкерк. Эдвард. Чай? Чай, Эдвард. Чай? Чай. Большое спасибо. Чай. И если сделать еще один шаг... Это бесценная викторианская скатерть. Я очень сожалею, Ваше Величество. Я ее постираю. Нет, нет, юная леди, я сам со всем справлюсь. Мне очень неловко, Ваше Величество. Я все поняла. Пожалуй, я пойду за ним. Встретимся на церемонии. Эдвард, не молчи. Отпусти. Я делаю единственно правильную вещь. Исчезаю в океане без следа. Почему тебе хочется, чтобы королева быстрее уехала? Не говори глупостей. Я всю жизнь мечтал, чтобы она была здесь. Ну, хорошо. История с печеньем, желание броситься в море. Все это шутки. Это мое личное дело. Нет. Ты сам сказал, что мы семья, а у родных людей нет друг от друга секретов. Хорошо, я обманщик. Ее Величество проделало такой большой путь, чтобы вручить мне медаль за отвагу, которую я на самом деле не заслужил. Понятно. Ты должен рассказать мне всю правду. Хорошо, с самого начала. Во время Второй мировой войны мы использовали специальные судно-приманки, которые отвлекали немецкие корабли от незащищенных конвоев союзников. Мой корабль опускал якорь, и тот совершенно случайно пропорол вражескую подводную лодку. А я, идиот, в это время находился на капитанском мостике. Но это героический поступок. Ты ошибаешься. Зная о том, что эта миссия могла бы стать смертельной для меня, я взял с собой большое количество спиртного. Ты можешь представить, до какого состояния я напился? Мне еще повезло, что я не свалился за борт. И вот в пьяном угаре я не заметил, что уничтожил вражескую лодку. Поэтому как я могу принять от королевы медаль за отвагу, за то, что напился и пропустил субмарину противника? Таково начало, середина и конец. Я слышал начало и середину. Но я не думаю, что это конец. Ее Величеству, королеве Англии. Ты думаешь, ей понравится? Этот подарок она не скоро забудет. На глубине морей встретишь всех своих друзей. Скоро встретишь. Очень скоро. Доброе утро. Судя по тому, как ты говорила о Громе, он должен быть очень сексуальным. Я оказалась права. Ты не завидуешь? Возможно, завидую. Но главное не в том, что лежит на поверхности, а в том, что внутри. Иди сюда. Приветствую вас на борту. Гром, включить систему. Похоже, он тебя очень любит. Ему нравится тембр моего голоса и моего напарника. Своеобразная мужская дружба. Как ты думаешь, он подружится с женщиной? Что ты задумала? Как насчет небольшой прогулки? Что скажешь? Это самый фантастический катер в мире. Но я его не чувствую. Позволь мне почувствовать его. Хорошо. Гром, включить гиперскорость. Что такое гиперскорость? Сейчас увидишь. По моей команде 3, 2, 1. Thank you.
Гром по моей команде отключить гиперскорость. 3, 2, 1. Ну как впечатление? Я все равно его не почувствовала. Позволь мне сесть за руль. Хочу почувствовать его мощь в своих руках. Ну, на одну минутку, пожалуйста. Гром, включить автопилот. Автопилот включен. Садись. Осторожнее. Гром не позволит управлять собой кому угодно. Внимание. Приказываю провести сканирование лица Шеннон Деринг. Сиди ровно, не двигайся. Сканирование включено. Только не смейся. Сканирование подтверждаю. Давай, иди сюда, садись. Мне нравится. Он весь твой. Гром, отключить автопилот. Автопилот отключен. Теперь он будет слушаться тебя. Обожаю острые ощущения. Потрясающе. Вряд ли что может сравниться с громом. Гром, это еще не все. Гром, включите автопилот. Автопилот включен. Шеннон, я занял тебе место. Я знаю, где мне сесть. Постой, подожди, куда ты? Не прикасайся ко мне. Что? Но вчера ты... Вчера это было вчера. Было весело, но все прошло. Настало время новых ощущений. Новых ощущений? Взгляни на меня, я готов. Что это? Вы разве не знаете? Мне сказали, что это подарок Ее Величеству от вас. Мой подарок Ее Величеству — это чайный сервиз. Вы не считаете, что эта коробка для него великовата? Королеве это понравится. Что понравится? Мне обещали обложку National Enquirer. О чем вы говорите? Мистер Витакер, пора идти. Извините.
Мои поздравления, мистер Витакер. Боже правый, что это? Брю, за мной. Осторожнее, Спенс. Будь осторожен. Как его остановить? Надо разорвать шланг, подающий горючее, позади челюстей. Ваше Величество, сюда. Подайте мой скипетр. Джесс, осторожнее. Спенс, лови. Гром, включить систему. Простите, Ваше Величество. Ваше Величество, только после вас. Спасибо. Я нашла. Папа, ты молодец. Приказываю провести сканирование лица Шеннон Деринг. Включаю режим сканирования. Личность подтверждена. Пожалуйста, улыбочку и снимаем для National Enquirer.
Гром, включить гиперскорость. Гром, отменить этот приказ. Приказ отменен. Не с места. Что? Ты убьешь меня? И ты будешь не первым. Знаешь, мне нравилось быть с тобой, но проблема в том, что ты никогда не чувствовала любви. Я чувствовала. И ты тоже. Брю, помоги мне скрыться. Мы все поделим. Я уже нашла покупателя на Скипетр. Ты не способна чувствовать любовь, Спаркс. Чувствуешь? Адреналин. Он возбуждает меня. Прыжок и жертва поймана. Только так, дорогая. Гром. Отменить доступ, Шеннон Дерин. Доступ отменен. Я посвящаю эту награду морю и всем тем, кто заслужил ее больше, чем я. Ты заслужил эту награду так же, как и любой человек, в чьих жилах течет соленая вода. Я считаю, что поступил правильно. Я поступил так, как будто разделил медаль со всеми своими боевыми товарищами. Ты должен взглянуть на это. Брю пришлось повозиться с бортовым компьютером. Что это? Это копия судового журнала подводной лодки противника, которая в течение 2 часов пыталась потопить тебя. 2 часов? И все это время британский капитан бегал с мостика к палубному пулемету, чем намного осложнил жизнь немецкой субмарины и ее команды. Я все это сделал? Я ничего не помню. Ром сделал свое дело. Не имеет значения, в каком состоянии вы находились, Эдвард, но без сомнения, вы совершили героический поступок. И за ваше служение короне, Ее Величество хотело бы даровать вам титул рыцаря. Отныне вы сэр Эдвард Витакер. Сэр Эдвард. Теперь это конец истории. Ваше Величество, если бы я мог что-то сделать для вас. Наклонитесь. Здорово. Будь осторожен, Спенс, никогда не знаешь, что произойдет, если пустить женщину на борт Грома. Комета. Настоящая комета.